Всем привет, с вами Мистер Ник. Это вторая серия прохождения карты Skyblock. И в первой серии, которая, надеюсь, вам понравилась, мы сделали генератор булыжника, вот немножко расширили остров, сделали верстак, и вне серии я накопал камушка. 4 стака. Сегодня, я думаю, мы будем заниматься в основном постройками. Например, сделаем моба-ферму, чтобы нас спавнили зомби, скелеты. Потому что зомби дадут нам мясо. Оно нам очень-очень-очень-очень-очень-очень надо. Все, давайте. Так, сейчас немножко расширим остров. Апс. Что ж такое? Немножко расширим вначале остров, после этого начнем строить ферму. Хотя бы вот там вот по 2 блока в каждую сторону. Сюда. Теперь вот так по-быстрому заложим камни. Что ж такое? Сейчас, когда мы это все сделаем, в нашем острове станет безопаснее. Ну вот, кстати, если что, если кто-то, может, знает, есть какой-то тут баг, что у меня вот этот камень на 2 клетки стал, ну, расположен бы. И это я понимаю как, ну, одна часть камня. И это не здесь и не здесь 25, это всего 25. И вот мне интересно, как это убрать. Мне, может, сундук надо поставить и обратно потом взять. Я не знаю. Да, все, еще. Все, теперь нормально. Так, давайте, наверное, ферму нашу в ту сторону немножко поставим. Чтобы не совсем близко к дому она была. Дом у нас пока что только вот этот остров. Так. Думаю, тут достаточно уже, наверное, места будет. Все, начинаем строить. Не совсем она у нас большая будет, но думаю, мобы тут спавниться должны. Надо было кирку взять. Так, тут уже аккуратненько лучше идти, а то если упадем, то будет неприкольно. Целый стак камня потерять. Так вот, почти уже сделали основание фермы. Дальше останется доделать нам только крышу, пол и стены. Ну, не всего, и не только, это все, что почти надо сделать. Думаю, на такой площадке будут спавниться мобы. И на это очень надеюсь, что придется опять ее делать. Но без мобов нам тоже тяжко выживать будет. Может, как-никак от зомбаков мясо, от скелетов кости, костная мука,
помажет там огород немножко свой, как бы это сказать, удобрить. Это нам очень будет сильно помогать для выживания. Так, наверное, нам еще надо будет камень взять. Так, я думаю, высота будет где-то так, чтобы мобы там прыгнуть даже смогли. Получается 3 блока, и потом еще один блок крыши. Вверх. Так, похоже, нам не хватит камня. Тогда придется, наверное, это делать в другой серии. Потому что я обещал вам, что во время серии я не буду копать камень. Третья серия тоже выйдет сегодня, я думаю. Так, дерево у нас выросло. Возьмем с собой еще туда кровать. Будем, наверное, сейчас надо будет лечь спать уже. Это еще нельзя спать. Все, вон там, походу, уже 2 дерева выросло, ничего себе. Такая труба стоит. Давайте посмотрим, что ли. Да. Тут точно выросло не одно дерево. Побольше. Сейчас попробую все выломать, вырубить. Да, вот тут выросло 2 дерева. Это хорошо видно. Ну, я очень не люблю, конечно, большие деревья тем, что их как бы рубить долго очень. Тем более рукой, когда нету никакого топора. Да и вообще даже с топором все равно. Это очень долго все делать. А с другой стороны, я их люблю, потому что много дерева с них выпадает. Так, сейчас, наверное, дорубим дерево. Не знаю, можно пойти доделать все-таки этот ферму мобов. Как же оно долго все рубится. Еще дерево такое большое выросло. Так, вроде бы это дерево дорубили. Сейчас это зарубим. Так, вот. Деревья мы уже срубили практически. Вот у них только остались, только нижние самые блоки и все. Так, сейчас давайте посмотрим, у нас вот камня у нас уже нету. Да и серии уже пора заканчивать. Сейчас давайте уже весь камень потратим. И я сделаю
Но я закончу серию. Кстати, мы забыли еще посадить ростачки. Их аж 4 выпало, пока я листву ломал. Так, сейчас мы сделаем крышу. Точнее, начнем ее делать. Продолжу я в третьей серии постройка этой мобофермы. Очень надеюсь, что она будет работать у нас. Что в ней будут спавниться мобы. Потом можно будет, наверное, совершенствовать ее. Когда выпадет снежок, можно будет, наверное, это сделать снеговика, они будут спавниться, а снеговик их будет убивать. Так, вот еще у нас. Все, этого, я думаю, будет нам достаточно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Ник. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте этому видео лайк. Комментируйте. Всем пока.